Всем привет! С вами снова канал Вика Хорсик СК Прованс. И я побывала на Эквиросе! Эквиросе! И там купила себе много новинок. Давайте начнем. Я покажу сейчас эти новиночки. Вот так, что у меня есть. Вот. Первое это вот такой вот чомбур с золотым карабином. Ничего, извините, если меня будет не видно. Просто у нас же цель не на меня посмотреть, а посмотреть на вот мои новиночки. Это вот такой вот чомбур. Он фиолетово, светло-коричневый, темно-коричневый. Такой длинный. Вот очень длинный. Можно запутаться, и вот здесь вот запалено огнем очень. Там как-то очень жестко. Такой вот золотой карабин. Вот, как он открывается, берется, вот, сюда нажимается, вот, есть такая кнопочка, нажимается сюда и открывается. А дальше, вот, это такой синий недоуздок. Кстати, я купила вот этот вот чомбур, вот этот вот, в магазине «Технология спорта». Вот такой пакетик «Технология спорта» с конем таким. Да, этот, вот этот недоуздок. Синий, он вот здесь вот, у него есть пряжка, и он регулируется, то есть вот так вот, вытягивается, регулируется, ставится на дырку, на которую нам надо. У меня оно лично стоит на, вот, на последней, на пятой дырочке, и вот так вот сюда заводится. Вот. Вот что у нас получается. И также то, что у нас лежит на переносице, тоже у нас вот. Здесь вот тоже регулируется вот пряжка. У меня она тоже стоит обычно на последней дырочке. Я пока не примеряла все это на свою лошадь, но я думаю, что ей будет на пятой дырочке, в принципе, нормально. Потому что лошадь у меня небольшая, морда у нее небольшая, морда у нее маленькая, аккуратненькая. Застегивается это не очень удобно, но все же как-то застегивается. Вот, ну и сюда заводится. В общем, все по стандарту. Все как должно быть. Оп, оп, оп. Заботится сюда. Вот как недоуздок смотрится на лошади. Сейчас я его расправлю. Вот как он смотрится. Вот здесь у нее морда, это за ушами. А вот здесь вот на переносице. То есть вот так вот. Этот недоуздок я купила в магазине. Первая конная мануфактура. Такая вот. И дальше это вот такая вот сумочка. Сейчас я привстану, чтобы вам было удобнее смотреть. Да, вот здесь вот, вот. Вот здесь вот у нее, туда можно класть шлем. Тут есть кармашек вот, дополнительный. Вот кармашек дополнительный. Вот кармашек дополнительный. И как оно застегивается? Вот эта серая штучка. Нам нужно потянуть за черную штуку, и оно затягивается. Вот. И потом дальше оно туда вот так вот утрамбовывается. Дальше здесь есть такие вот розовые ручки. Вот. И такая большая ручка с флагом эскадрона. Да, прицепляется здесь вот на такие вот карабинчики. То есть нам нужно надавить вот сюда вот, и оно открывается. Вот. Также, чтобы открыть, нам нужно надавить вот сюда, оно открывается, и прицепляем обратно, где оно было. А дальше вот здесь вот. На сумке есть такой эскадрон. Такая эмблема эскадрона. Здесь такой кармашек на молнии. Оп. Здесь кармашек для вкусняшек. Такой большой вот. Большой такой. Для вкусняшек и для каких-то маленьких вещей. Дальше здесь вот карманчик для щеток, для копытных крючков. И для всего остального. Здесь вот тоже есть карманчик для каких-то щеток. Вот на заду сумки вот такие вот как бы пырышки, не знаю для чего они. И вот сзади у нас тоже есть карман для щеток. Вот, вот здесь вот куча-куча карманов для щеток. Ну и на этом мои новинки закончились. Кстати, покупала я вот эту сумку в магазине «Амуничник». А, да, и всем пока, с вами снова был канал Вика Хорс, пока-пока.